Друзья мои, всем привет! Сегодня решил съездить попробовать с поплавочной удочкой. Хотя собирался, по идее, кто смотрит, постоянно знаете, закрывать зимний сезон. Но решил, что уже все, не поеду. Как-то вот так собрался с мыслями. И решил съездить попробовать поплавочную удочку. Встал пораньше, 5 часов утра. И вот на велосипедике тихонько кручу педали. Думал, еду рано, так как встал 5 часов утра. А оказывается, вот машина-то уже и стоит чья-то. Так что нифига мы сегодня там будем, не первая точно. 4 машины, друзья. Я думал, тут будут первые. А тут закинуть будет некуда сейчас, я там понял. Там если нету самого водоема еще. Прикормку сегодня приготовил заранее дома. Конкретно не помню, какие там даже фирмы разных намешал, но состав плотвинный больше. Я понял, что ты поняла, что я на реку уехал. Так вот, блядь, вести надо туда. Круто, блядь. А ты же видишь, ты говоришь, говорит, рыба тогда тебя видит, так я нахуй специально. Затопит? А? Затопит? По насадке сегодня опарыший червь, работает и то и другое, но клюет пока одна уклейка. Ну, попалась одна плотвичка.
которую я завел там. Блять, автоответчик какие-то включают, это как-то изменить. Неудивительно, что много народу, всем охота оторваться, попробовать себя ловля на поплавок. Кто-то еще до сих пор не может отойти от зимней рыбалки и попробовать словиться льдины. Я скажу, вот где, да? Где? Где, Мишенька? Где? А из уровень поставлю свой поплавок на твоем. Да, я прилетела на где-то недели точно назад на реке видел. Кармана дробь. По снастям удочка у меня 4-метровая, телескопическая, основная леска 0,2, поводок 2,08, крючок 20 номер. То есть все деликатно насаживаю по небольшому, по одному опарышу, либо кусочек червя, или очень маленького червя. Конечно, для такой рыбалки у меня громоздкий поплавок, но у меня сам я не поплавочник, и так, что есть, то есть. Собрал из того, что дома было, так сказать, спонтанно вообще на рыбалку-то собрался сегодня.
Плохо то, что здесь рыбачить осталось день максимум два. Потому что в дальнейшем все затопит, поводок будет все равно. Вода сыграет сверху, так что отрываемся, пока есть возможность. Друзья, половив пару часиков, я поймал около 5 десятков некрупных уклеек. Попадались небольшие ельчики, плотвички, их я сразу отпускал. Решил возвращаться домой. На водоеме все веселее и веселее. Весь, кто не работает в данный момент, в понедельник, мне кажется, все рыбаки здесь собрались, кто любит поплавочную удочку. Ну а лучшие уловы, я могу сказать точно, что у тех людей, которые решились выбраться еще на льдину. Видимо, рыба покрупнее стоит под льдом. Ну что ж, друзья, мне, конечно, сегодня не прикован. Можно было сидеть и долго, но я, главное, поехал туда отвести душу, так сказать, увидеть рыбку, подержать в руках, увидеть этот, как пляшет поплавок. Я это увидел и вполне вдохновленный еду обратно домой. Не знаю, как сложится завтрашний день, возможно, еще сюда съезжу завтра или послезавтра. Как опять с водой тут была ситуация, неизвестно. Ну, друзья, вы это все увидите. Так что подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до скорых встреч.